Сегодня я вам расскажу отличную дизайнерскую идею, которую можно сделать вот из такого строительного гипса, который называется алебастр. Для этого возьмем емкость, нальем воды. Распределить массу надо таким образом, чтобы толщина слоя была примерно в сантиметр. Помним, что алебастр стынет 10 минут, поэтому работаем достаточно быстро. Я покрашу плиточку акриловой краской. Вот такая плиточка получилась. На изготовление такой плитки ушло всего менее 10 минут. Все быстро, просто, красиво. Чудесный дизайнерский вариант. Я сложила простой рисунок под кирпич. А можно сделать вот так, или вот так, или, предположим, вот так. Отличное интерьерное решение. В любом случае ставьте лайки и подписывайтесь на канал.